Всем привет, мои друзья! Вы уже посмотрели мой первый фильм, где я показывала могилы великих людей Советского Союза у мавзолея Ленина. Меня просили показать, где захоронены Брежнев и Сталин. И в том видео я показала. И сразу под видео пошли комментарии, а почему я не показала захоронение в Кремлевской стене? Потому что я разделила на две части. И сейчас мы пройдем и прочитаем фамилии на гранитных плитах, которые закрывают ниши, в которых захоронен прах того человека. А захоронены здесь партийные деятели, революционеры, военачальники, ученые. Кого знаю, тех я буду называть. Кого не знаю, вы мне напишите в комментариях. Министр обороны Устинов, Константинов, не знаю, Пельше. Это первый секретарь ЦК Компартии Латвии, по-моему, Баграмян. Это замминистра обороны СССР. Косыгин Алексей, председатель Совета министров СССР. Кулаков не знаю. Келдыш ученый. Он создавал термоядерную бомбу, наверное, совместно с Сахаровым. Василевский – это крупный военачальник. Георгий Жуков, ну все его знают, маршал Победы Великой Отечественной войны. Он принимал триумфальный парад Победы на Красной площади. Так, Каменев не знаю, Карпинский не знаю, Геккерт, Товстуха. Я не знаю, пишите сами в комментариях, кто это. Только не подсматривайте в интернете, пишите, как знаете сами. Смедович, не знаю. Я тоже не всех знаю. У меня же тоже голова не дом советов. Довгилевский, не знаю. Менжинский, фамилия знакомая, не знаю. Дальше не знаю. От вас жду комментариев. Усыскин, тоже незнакомая. Васенко, не знаю. Здесь поворот тропинки в мавзолей, но в мавзолее снимать ничего нельзя. Вышли с мавзолея и идем по этим же стрелкам. Но, как видите, тут все загорожено, и к стене я уже подойти не могу, видите? А там очень много плит, которые я не смогу прочитать. Отсюда я не вижу. Значит, читаем то, что видим. Лихачев. Лихачев. Это директор автозавода. Министр автотранспорта. Вроде так. Косенко. Не знаю. Это не знаю. Не знаю. Малышев. Министр машиностроения. Жук. Петровский. Тивосян. Не знаю. Крыжижановский. Это революционер, друг Ленина, Игорь Курчатов. Ну, я думаю, что все знают, основатель Института атомной энергии. Под Свинплатинском есть город атомщиков Курчатов. Ну, я не знаю, сейчас он существует или нет, но когда-то в 90-х годах я посещала город Курчатов. Но уже там все было развалено, разрушено. Алексей Антонов. Нет, это не тот Антонов. Не авиастроитель, это другой Антонов. Кучеренко, Дегай, Коусиней, Бирюзов. Бирюзов, не знаю. Козлов. Курашов. Королёв. Сергей Королёв, конструктор ракетно-космической техники. Этих не знаю никого. Оказывается, я очень многих людей не знаю. Родион Малиновский, министр обороны СССР. В какие-то годы, не знаю. Комаров Владимир, космонавт. Воронов Николай, не знаю. Юрий Гагарин, все знают. Первый космонавт Советского Союза.
Дальше Серегин, не знаю. Соколовский, фамилия знакомая. Рокоссовский, крупный полководец. И в какой-то год он тоже командовал парадом Победы. Мерецков, не знаю. Семен Тимошенко, ну, крупный военачальник, выдающий полководец в Великую Отечественную войну. Еременко, не знаю. Шверник, не знаю. Добровольский, не знаю. Волков, не знаю. Пацаев, фамилия знакомая, но не знаю. Захаров, Крылов, Конев. Конев, военачальник крупный. Гречка, тоже был министром обороны в какие-то годы. Якубовский, тоже крупный военачальник. И все, дальше ничего нету. Получается, последнее захоронение в Кремлевской стене в 1976 году. Там люди пошли на выход в ту сторону. А мы еще сейчас здесь посмотрим. Ну, кого знала, я всех назвала. Кого не знаю, тех вы напишите мне сами. Этот ряд могил я уже вам показала в первом видео. Как раз здесь вот и Брежнев, и Сталин захоронены. Я все думаю, как мне пройти туда. Видите, все закрыто, стрелки. А то мне в комментариях писали, тут свободный доступ. Но где же свободный доступ, когда, видите, все перекрыто? Я не могу туда подойти. Так что получается, что мы посмотрели с вами только половину. Вся эта территория огорожена. Вот такое вот металлическое ограждение. И я там спросила у организатора там какого-то, как мне подойти к той территории, которая закрыта. А у меня спросили, а вы что, родственница? Я сказала, нет. Он говорит, ну, значит, никак. А на самой территории стоят военнослужащие кремлевской охраны и вот такие вот парни в красных жилетах, которые консультируют туристов. Я вот к такому парню подходила. То ли к нему, то ли к другому, ну, неважно. И на этом все. Всем всего доброго и всем пока-пока.